Привет, друзья! На связи с вами снова Куликов Сергей и сайт «Фокусы от моряка». И в этом видео мы будем с вами смотреть очередной обзор, очередной очень достойной колоды. Эта колода появилась у меня уже давно, еще до того, как я сделал свой сайт и канал у меня появился. Вот, ну так что она у меня немного потрепана, но для обзора она подойдет. Эта колода называется Bicycle Black Chest, Bicycle Черные Призраки. Вот в этом видео мы с вами посмотрим, что же эти черные призраки из себя представляют. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, как у нас выглядит наша колода Bicycle Black Chest, Black Ghost, точнее. Что же у нас изображено здесь на лицевой стороне? Ну, как обычно, конечно же, коронная надпись Bicycle и изображение пиковой масти. То есть точно такое же изображение пиковой масти, как и на простых Bicycle Ghost на белых. Здесь надпись, значит, Black Ghost, Second Edition, то есть второе издание, Playing Cards. То есть вот это издание у меня старое, я его покупал еще в 2011 году. Сейчас уже идут Bicycle, конечно, там уже Double Back карты внутри, у меня этого здесь уже ничего нету. Итак, на пиковой масти, значит, на этой, как обычно, мы тут видим змей наших переплетенных, и такие птицы им в рот летят. Здесь у нас Air Cushion Finish, то есть покрытие, да, Air Cushion Finish. Ну, коробка такая помызганная уже меня. Вот, и надпись United States Playing Card Company. Здесь изображение, классическое изображение байсиклской рубашки, но только в черном-белом цвете. Так, ну, здесь, как обычно, надписи о производителях, когда произведено. Ну, вот видите, еще 2010 год. И адреса, где все это происходит. Ну, покер сайз, соответственно, покерный размер. Что ж, давайте откроем нашу коробку. Посмотрим, что у нас здесь есть. Первым делом, конечно же, здесь есть рекламная карта. Куда же без них. Ссылка на сайт иллюзионист.com. Вот, и ссылка на какие-то игральные карты тоже здесь. Вот здесь предложение купить еще другие карты. Masters, Vipers, Black Tigers, Ghost, 1800, Bicycle Gaff. Такая вот рекламная карточка здесь. Да, здесь еще идет дополнительная карта вот такая. Все карты как бы здесь идут черные, да. Вот здесь есть одна такая крестовая троечка. Ну, это для каких-то, наверное, особых фокусов, когда черная вдруг превращается в белое. Итак, что же у нас здесь далее идет? Конечно же, давайте посмотрим джокеров. Джокеры – это два таких вот призрака, которые протягивают руку. Вот. И на одной руке у одного из джокеров надпись GS. Ну, это, как известно, на джокерах есть такая фишка, да, предсказание карты. Там, то там туза крестового поместят, то еще что-то. Вот одного из джокеров GS, то есть Jack of Spades, валет пик. То есть, к примеру, зрителю подсовываете валета пик, запоминает, ля-ля-ля, прячем, и потом вот это предсказание появляется. Вот такие валеты здесь. Вот такой вот у нас пиковый туз в этой колоде. То есть то же самое, что нарисовано и на этих, на коробочке. Давайте сразу посмотрим на рубашку. С рубашкой у нас такого черного цвета, с такими вот белыми этими рисунками. То есть классическое изображение байсикла стандарта. Вот, но только не красная либо синяя, а именно вот в черно-белом цвете. Вот такой вот у нас тузик. Сами карты. Что сами карты? Как правило, да, мы имеем белый фон. Ну, давайте, допустим, найдем сейчас. Стандартная карта, белый фон, черная масть. Здесь все наоборот, черный фон, белая масть. Это сделано именно у черных мастей, да, то есть вот. Изображение карт такое же классическое, вот, но только, соответственно, уже черно-белое. Так, сейчас мы найдем пикового вальта. Вот он.
пожалуйста, изображение классическое, но только черно-белое. Такой вот у нас валет, такая у нас дама, такой вот у нас король. Это красные масти, да, возьмем красные масти. То есть здесь у нас что? У нас здесь центральное изображение такое вот, как белое тоже, да. Но вот индексы уже сделаны красные и с такой вот белой окантовкой. Если в Black, в этих, в белых призраках там красная с черной окантовкой, здесь уже красная с белой окантовкой. Вот такой вот у нас валет черви, дама черви, король черви, крестовые масти. Такой вот у нас крестовый валет, крестовая дама, крестовый король, бубновый туз, двойка буби и так далее, так далее, так далее. Все вот эти красные масти. Карты эти хорошие, но единственное, что вот эта черная краска по краям очень быстро отлетает. По своим качествам, конечно, Air Cushion Finish — это хорошее покрытие. То есть веерились они и веерятся, собственно, до сих пор нормально. То есть всякие ленты, вееры раскладываются изумительно. Ленточки также у нас раскладываются изумительно. В общем, карты достойные. Если вам нравятся вот именно черные карты, да, то попробуйте присмотреться вот именно к этим Bicycle Black Ghosts. Я думаю, что если вы хотите черные карты, то вы не пожалеете, взяв вот именно такие. Конечно же, ссылку на эти карты я оставлю в описании к ролику. И если есть желание, конечно же, приобретайте. Эти карты у меня в коллекции ветераны, то есть самые старые. Вот. Те карты, которые еще старее, по-моему, у меня их таких уже нет. Ну что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до встречи в следующих видео. Пока!